Молодой человек, пожалуйста, извините. Можно с вами просто поговорить. О чем? Ну, давайте о политике. Главное, чтобы вы поймали мою нить. Вот вы мне объясните, пожалуйста, что происходит и почему? Нет, вы не поняли. Я не жалуюсь. Просто я пока никак не пойму, для чего эта боль, эта кровь и страдания. Кто все связи между нами бездумно порвал? Или это просто на крови братания? Помнишь, в детстве был такой ритуал. Но зачем нам брататься? Мы братья весь искони. Всех взрастила единая матушка Русь. Баловала, журила без злобы и искренне нас любила и верила в братский союз. Мы любовь принимали бесстрастно, как должное, ничего не давая взамен. А зачем? Шли спокойно по миру, всего лишь прохожие, мимо нервов и встрясок, мимо лишних проблем. Молодой человек, ну не молчите таинственно. Снисходительный взгляд не дает мне ответ. Правда, штука капризная, а хочется истины. И сейчас, а не через сколько-то лет. О, ваш взгляд прямо в душу, кинжалом, безжалостно. И набатом в груди сердца сорванный ритм. Молодой человек, ну не молчите, пожалуйста. Ну давайте немножечко поговорим. Молодой человек, кто вы есть и откуда вы? Расскажите чуть-чуть о себе, в двух словах. Но мне эхо лишь вторило, глухо и путанно, а вокруг никого. Время Х на часах. Время Х. И по-новому смотрим на ценности, на взмывающий ввысь государственный флаг и аккордами гимна. Клянемся мы верности, и вопросы, как слезы, застыли в глазах.